Всем привет! У каждого куча батареек, которые жалко выкинуть. Потому что не ясно, заряженные они или севшие. И поэтому сегодняшнее видео будет посвящено именно этому. Я покажу вам пару способов, как можно самому определить, заряжена батарейка или нет. Для первого способа нам понадобится, собственно, сама батарейка и жесткая плоскость. Бетонное перекрытие или железная площадка подойдут идеально. Берем батарейку, поднимаем ее на 20 см над уровнем плоскости и просто отпускаем. И следим за подопытным энергоносителем. Если батарейка упадет и отскочит на пару сантиметров, это будет обозначать, что батарейка севшая. Ну а если батарейка упадет и не подскочит, это будет обозначать, что батарейка полна сил и прослужит вам еще какое-то время. Почему так происходит? Внутри каждой щелочной батарейки находится электролит в виде геля. Когда батарейка еще новая, этот гель препятствует тому, чтобы батарейка отскакивала при падении от стола. Служит амортизатором для нее. Когда батарейка разряжается, гель переходит в более твердое состояние, и батарейка уже начинает отскакивать от твердых поверхностей. Ну и чтобы подтвердить это, возьмем мультиметр, это в принципе и есть второй способ, и замерим емкости батареек. Выставляем на мультиметре постоянный ток. И замеряем показания. Если кто-то знает еще способы, пожалуйста, напишите в комментариях, и я обязательно сниму видео про ваши способы. Я попрошу вас поставить лайк, если мое видео вам понравилось. Нажмите колокольчик и следите за новыми увлекательными видео. Всем пока!